В минувшую субботу Лесопарк «Молодежный» принимал два традиционных турнира по легкоатлетическому кроссу. И начнем мы с состязания областного значения – чемпионата Гомельской области. Там соревновались воспитанники спортивных школ и училища Олимпийского резерва. Словом, соревнования самого высокого класса. Сегодня в городе Мозыре проходят чемпионаты первенства Гомельской области по легкоатлетическому кроссу. Соревнования являются отборочными к чемпионату и первенству Республики Беларусь, которые пройдут 1-2 ноября в городе Гродно. Как правило, получается, чемпионаты первенства у нас проходят по 4 возрастным группам, и дети, которые в том году были, допустим, в младшей возрастной группе, переходят в старшую, и бывает, что да, подтверждают свой класс и из года в год попадают в сборную области, уже представляют Гродно наш регион. Сборную Мозыря, победившую в общекомандном зачете, возглавляли Виктор Кузьмич Карпов и Лена Анна Будковская. Без прикрас выдающиеся специалисты легкоатлетики. Замечательные тренеры, влюбленные в свой вид спорта, которому они дают себя без остатка. В Мозыре у нас ежегодно проходит легкоатлетический осенний кросс, отбор на республику. В этом году у нас принимают участие более 19 команд, это города, районы, и более 300 участников, спортсменов. 3 ноября республика пройдет у нас в городе Гродно, где выступят сильнейшие легкоатлеты нашей области. Наши спортсмены, учащиеся училища Олимпийского резерва, которые выступали за свои города и районы, Шпак Анна и Макеев Вячеслав, которые сейчас выиграли свои виды. Они летом участвовали в международных соревнованиях, это соревнования стран Балтии, где стали победителем и призером этих соревнований в составе сборной Республики Беларусь. Поэтому мы поедем с хорошим составом и с хорошими результатами. Анна Шпак, Вячеслав Макеев и Николай Казак стали чемпионами. Из числа учащихся Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва также отметим Марию Мокшу, Юлию Саутову и Анастасию Садченко. Они тоже могут показать на республиканском туре хорошие результаты. А также перейдем к чемпионату Мозырского района, который уже не первый год осенью определяет своих лауреатов в программе круглогодичной спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений. В командной борьбе тройки призеров выглядят следующим образом: МНПЗ, Промстрой, Мозырьсоль, Мозырские молочные продукты, Мозырьгаз, МГПУ, Политехнический колледж, лицей геологии. И подчеркивая, что районное первенство организовал физкультурно-спортивный клуб «Урожай», отметим лучших спортсменов в индивидуальных видах программы. У мужчин Артем Точка, Юрий Дайняк и Александр Карпов. Среди женщин Ольга Резкая и Наталья Солдатенкова.